نحصل أن نربي الأولاد ذكورا وإناثا على القيم والآداب والأخلاق الإسلامية. Основа, что необходимо воспитывать детей на ценностях ислама, на благонравии. يعني ما يمكن تقول للولد تقول أنت فاشل أنت لا تفهم لا خطأ هذا. Нельзя говорить там детям вот ты فاشل يعني غير ناجح. نعم ты как لا تنجح لا да какие-то грубые слова там ты вот как бесполезный да ты вот бесполезный ты то что ты этого не умеешь ты это не сможешь какие-то обидные слова нельзя حتى ينادي احيانا يعني ينادي يقول يا ينادي كانه يقول له غبي ليس ذكي. نعم. То есть иногда бывает, что даже когда их зовут, бывает, ой, как там, глупые там, или подобные слова, да, там начинают использовать, там, дурак там, или дурак там, или подобные слова, да, вот. Юнади ахьяна хатта бисмаль хайванат, يعني, када, да, иногда бывает, что даже зовут их какими-то названиями животных, да, например, вот там, осёл и так далее, да. Ла, аль-асл, аннаху юнади би, يعني, афзал шей, нам, ва юрабби аля ржула, юрабби аль-валад, юрабби يربي الابن على الرجولة يربي البنت على أنها يعني تكون في المستقبل أم صالحة. И необходимо наоборот воспитывать, то есть обращаться к ним самыми наилучшими названиями, да, и воспитывать сыновей на том, что они мужчины, что мужчины, да, дочери воспитывать так, что они в будущем они станут матерями, да, праведными матерями.